Да, здесь, по-моему, все пооткрывали. А, нет, вот тут что-то закрыто еще. Такую же шкатулку я находила не так давно. Здесь, по-моему, ребят уже все без нас перебрали. Посмотрим, может быть, что-нибудь где-то и завалилось доброе. Нет, это не серебряное. Может, винтажные духи найдем. Нашли 1 грамм. Хочу вам показать, вот как это выглядит. Здесь тонну человек, видно, переезжал. Все, что с собой не повезли, выставили на улицу. Я вам сейчас по-быстрому покажу. Видите, что буквально весь дом прямо напротив проезжей части. Так что, знаете что? О, тут смотрите, что творится. Сапоги. Стоили $229. Все пооткрыто, все поразбросано. Вот эти вот туфли, может быть, один раз одевали. Новые. Ну что, если я сейчас что найду, я вам покажу, потому что тут все перекопано. Здесь очень опасно. Некуда ногу поставить. Ой, ой, смотрите, что творится. Боже. Ну, хотела добраться до этого, но не могу. А здесь какой кошмар. Будду разбили. Ну, конечно, вот этим вот завалили. Вот это, знаете, горшок. Он, наверное, 150 килограмм. И вот еще такой же. Тут коробка с обувью. Ну, это такой предварительный, ребят, да. Очень многие люди живут в Австралии, когда уезжают. Естественно, все оставляют с собой. Но тут, конечно, вообще я давно такого не видела. Ну-ка, сейчас еще пройдем до конца. Что тут? Вот, заканчивается. Ой, это что такое? Как ракета. Это блины печь.
Блин, надел. Кроватка детская. А это какая интересная. Это подставка абстрактная. Подо что? В форме гитары. Вот это да. Слушайте, здесь вообще что-то такое даже у меня. Даже у меня шок. С учетом того, что здесь уже вот сейчас только мужчина. Очень много. Смотрите, как опасно. Вот я вам про что говорю. Вот сейчас наступило. Вот это вот. Это стекло. Кошмар. Надо с дороги убрать. Тут какая-то картина была. Картины нет. Это мебель. Half-Life. В общем, сейчас что найду, буду вам показывать потихоньку. Вот и проскочили маленький холодильник. А это обогреватель. Они же очень дорогие. Вот он, Ринае. Газовый обогреватель. Коробка, в ней часы. И, не знаю, вот это, по-моему, или серебряное, или ничего. Это я откладываю. Это мы дома посмотрим. Сумка с сумками. Какая хорошенькая. Вы знаете, вот эти сумки я возьму. Так вот эту, наверное, не буду брать. А, в церковь к Дороти на благотворительность. Потому что Дороти там даже по $5 продаст и то хлеб, так сказать. А может и за 10. Я ей в последний раз относила гитару. Она ее за $20 продала. А вот это вот новое. Вот, да и эта сумка какая красивая. Так, ребята, складываю. Что вот это, я не знаю. Может быть, золотые серьги. Вазочка. Еще одни часы. И вот здесь очень маленькие буковки, я не знаю, это серебряные или не серебряные. И вот это вот
серебро, не серебро. В общем, все я в сумку покидала. И дома разберемся. Потому что тут в потьмах сейчас ничего не видно. Новый рюкзак Navarro. Видите, что там завалили вот этим вот? У Будды пальчик отвалился. И ведь не доберешься. Не доберешься, добралась. Шикарный подсвечник. А как Будду вызволить? Как его от мясорубки спасти? Или его там разбили совсем уже? Все-таки повредили. Но это можно вот здесь... Ой, его залепить, а пальчик где-то там отломили. Но он шикарный, очень большой. Здесь мешок с одеждой, это джинсы для беременной, но они вообще... Я смотрю, по-моему, они даже новые. Еще джинсы. Австралийская фирма платья. Q называется. Но это не дешевая. Не дешевая фирма. Шикарная юбка. Я такую фирму не слышала. Тини Винни. И по бокам идет у нее вставка. Ой, какая красота. И там, по-моему, подкладка. Да. Вот эту юбку я возьму. Тини Винни. Блузка. Окт маме. А здесь прикол. Джемпер. Тоби Блэк. С ушками, с колокольчиками, с бубенчиками. Вот, нашла голову. Ракета, я не знаю, это что. Или светильник там внутри. А это мои находки, которые поедут со мной. Вот, все вместилось сюда. Здесь я подреставрирую, и здесь золотом подкрашу, и не будет заметно то, что у него нет пальчика. А с вами мы приедем домой и посмотрим. Да, я еще вот эту вот
новое, это от Квантаса в самолетах выдавали, что тут. Это все еще запечатанное. Так что, ребята, посмотрим, что там есть. Мне самой интересно. Ой. Да ну нафиг. Так заикой остаться можно. Духи новые. Тут что-то не проехать, не пройти. Здесь все закрыто. Очень много игрушек. 3D. Вот это вот тоже игрушки. Да, это новое запечатанное. Washback set. Шейвинг гель. Бальзам и вакса. Вакс для волос. Здесь кава для машины. Столик детский для игры в Лего. Девчонки, садитесь и ложитесь. Какая кровать шикарная. И девочка в ней спала. Но я вам хочу сказать, что мне она похожа на винтажную. Но состояние идеальное, просто идеальное. Кошачья-собачья лежанка. Видно, купили. Никто в ней не лежал, так и выставили. Ой, какая красавица. Ну и там еще целый большой мешок. Новый надувной матрас. Новые тапки из овчины. Тапки. Поехали со мной. Здесь печка и переноски. Кошачьи или собачьи.
дрель. Кухонные принадлежности. Термос и раритет. Смотрите, какая миниатюрная пластиночка. His Master Voice. Hungarian. Венгерская рапсодия. Тоже не будешь ведь каждую пластинку сидеть и проверять. А старые пластинки тоже есть коллекционные. Вон их тут сколько. Уай! Фух! Пыльные. У людей в гараже тоже простояли много лет. Влага просто кошмар. Как будто в облаке находимся. Вот поэтому у очень многих в Австралии артрит. Ужас какой-то. Кресло как новенькое. Нигде его не проломили. А здесь стол тоже в порядке, но у него сверху должно стоять стекло. Не вижу, может быть, где-то тут тоже завалено. Книги. И тут книги, какая-то большая. Уильям Шекспир. Ой. Ой. Шекспира сдвинуть не могу. Какая она большая и тяжелая. Какой это год. Ну, это уже современная. Видите, огромная. Хочу вам показать, в какой красоте сейчас нахожусь. Это Botany Bay, залив. А это порт Botany. Вентал Э. Но я его не буду открывать. Выглядит вот так. Что-то сегодня везет на ротанговую мебель. А там сзади детская кроватка тоже. Здесь шикарная кровать. Вот ее разобрали. Wentworth Furniture Company. Здесь памперсы. Новая упаковка.
Детская коляска. Слушайте, по-моему, она новая. Да, новая коляска. Вот она в упаковке. А вот эти топики я возьму с собой. Новые, смотрите, какие хорошенькие. И это новое. Playboy. Винтажные очки. Ну что здесь ценное? Это рама. Оправа. Почему? Сейчас еще и разобью. Говорю, рама, ребят, фрем на английском. Поэтому заговариваюсь. Не пишут, где сделано. Тра-та-та. И что мы здесь видим? Крышки от пива. Что? Что это такое? Это, наверное, какая-то дребезжалка. Ой, не знаю я. Это добро не пропадет, ее кто-нибудь возьмет. Я что подумала, может это палка? Эту палку жена для мужа сделала. Как муж пиво напьется, так она его этой палкой-моталкой гоняет по дому. Вы знаете, что сейчас было? В меня чуть летучая лисица не врезалась. Я аж подпрыгнула. А здесь же эти лисицы, я не знаю, там метр, наверное, размах крыльев. Ужас какой-то. А я круг сделала, чтобы снять вот эту вот карету. Остановила тут непонятно где машину. Вот это да, вот это лисичка. Ребят, у меня аж этот до сих пор поджилки трясутся. Представляете, какой ужас, если б я ее ударила. В карете здесь и дверки открываются. Красота. Вы знаете, если бы вот такая побольше была, я бы сама на такой покаталась. Я нашла, скажу так, сокровище. И как это сокровище увести, я не знаю. У меня в машину не станет. Я же вот такую мебель сама реставрировала. Вверх ее очень легко сделать. А, тут еще и стекло. Это все в пыли. Это австралийская фирма Паркер. И на eBay стоит $1000. А, ну, за 1000 бы я не поставила, а за 500. И вот что делать, я не знаю.
Да, ребят, стою и молчу. Вот это не царапина. Это я уже отодвинула, посмотрела. Вот. Это все очень легко будет сделать. Покрывается кислотой. Обдирается. И потом лаком. Я буду что-то думать, потому что такие вещи не попадаются вообще. Вот это диванчик с того времени. Вот это. Паркер. Так что, дорогие австралийцы, сейчас вы знаете, если на улице увидите такой кофе-тейбл, взваливайте на спинку и несите его. Ребята, я домой приехала. Привезла на ниточку. Завязала. Поджилки до сих пор трясутся. Я пока крутилась, делала вам видео. Думаю, стала искать. Думаю, у меня где-то вот эта веревка. Мимо. Медленно катится полицейская машина. Проехала в одну сторону, разворачивается, проехала в другую, встала в 20 метров от меня. Постояли, может, секунд 30 и уехали. Я думаю, так, может быть, кто-то позвонил, что там человек ночью ходит с фонариком, не с фонариком, а со светом. Ну, думаю, что делать. Они уехали. Стол не такой тяжелый. Я его туда и поехала. Ребят, если бы они меня остановили, я не знаю, какой был бы штраф. Потому что в Австралии с этим серьезно. Можете меня поздравить. Поджилки трясутся. Но клад привезла. И хочу вам сказать, когда я его отреставрирую, я обязательно вам сделаю и покажу, как он будет выглядеть. Кто не знает, что у меня есть второй канал, он находится на YouTube и называется Элла Австралия ТВ. Всем добро пожаловать! Находки! К сожалению, это оказалось серебро, не золото. Рано радовалась я. Для маленькой-маленькой девочки. Но все равно. Мелочи приятно. Вот в этом кошельке кошелек из Непала. Это старый. Тут еще и факс написанный, и телефон какой-то коротенький. Эта фирма до сих пор еще существует. Здесь был вот этот браслет. Я не знаю, возможно, это серебро. Возможно. Может быть, нет. То, что пробы не стоит никакой. И там еще был вот этот браслет. Пишут на нем Саманта. И он с натуральных камней. Часы. По-моему, Рокман. Или что там пишут. В общем, неважно. И циферблат у нее из ракушки. Очень жалко. Вот это дорогие часы. Называются Кристиан Бернард. И у них трещина. Видите, на стекле. Очень жалко. Так что сейчас, наверное, заменить стекло будет дороже стоить, чем эти часы. Но часы очень нежные. И у некоторых таких даже есть бриллиантики. Я не знаю, тут, наверное, нет.
а то бы что-нибудь списали. И еще одни часы. Вот как оно и было. Вот это вот серебряное кольцо. И все это было на цепочке. Вот так. Вот оно. Это итальянская цепочка.